Так, всем привет. Чуть-чуть я пропал. Что-то некогда было там вообще. Работали в Абрау Дюрсо, делали забор, ворота, крышу перекрывали. Там, в общем, не до съемок было. Вот, там закончили. Сейчас вернулись на квартиру. Опять работаем на квартире. Шпаклянули стены. Вот сейчас там подсыхают они у нас. Шпаклевочка. Тут еще на улице. Погода испортилась опять у нас. Дожди. Вот, то есть влажность повышена, опять ничего не сохнет. Ну ладно, стены у нас время есть пока на стены. Вот так вот красивое море. Видите, какие грозные тучи. С утра вроде солнце было, сейчас опять уже прошел дождик небольшой. Прекратился. То есть оно вот так вот временами. То есть вчера мы ездили, закупили на квартиру сюда ламинат, плитку, затирку, клей, гипсокартон, подоконники, в общем. То есть начнем с ванной, будем там класть плитку. Для начала нужно будет короба сделать, вот эту трубу спрятать и нижнюю. Завтра приезжают к нам гости. Гости. Поэтому придется взять несколько дней выходных, чтобы ее свозить на море. Думаю, погода нормализуется у нас. Ну и так просто побыть дома, немножко отдохнуть. И потом начнем. Ну, точнее, не начнем, а продолжим здесь работать. Еще впереди там тоже объекты уже ждут. Навес. Я вам, может быть, его сниму. Человек по этому навесу, я вам так скажу, не согласился делать с нами изначально. Мы ему делали дом, то есть ремонт. Навес мы ему сказали свою цену, он сказал, это дорого. То есть он нашел дешевле. Ну, дешевле нашел примерно раза в два дешевле от нас. Ну, во-первых, что я хочу сказать, они ему его не доделали, они очень сильно его затянули в сроках. То есть они ему делали, наверное, полгода его этот навес. В итоге он сам, клиент, накрывал его поликарбонатом, то есть вообще сам. Они только каркас сделали, и он сам накрывал поликарбонат. И в эту же первую зиму он у него сложился. Вот вам результат экономии. Ну, я думаю, вам его покажу в дальнейшем. Если мы его будем делать, ну, скорее всего, будем. Не делать, а переделывать. То есть мы его будем переделывать. То есть, ну вот человек сэкономил денег, сейчас он заплатит нам за работу опять демонтаж и монтаж. Вот посудите, как вот лучше сразу заплатить или два раза заплатить. Еще хорошо не придавила машину, то есть он не сложился у него до конца, а только так прогнулся. Вот решайте. Вот будем переделывать в скором будущем. Сейчас квартиру мы закончим и поедем туда. Так, ну сейчас вот хотел, конечно, я погулять. Сегодня день такой, вот видите, разгрузка. Еще Колян у меня уехал. Вот товар мне привезли, разгрузили. Но мы сегодня работать сильно не планировали, потому что непонятно, во сколько будет доставка. И, то есть, получится у нас работать, не получится. Ну, правда, доставка приехала рановато. Это хорошо. У меня немножко освободилось время. Но на улице дождь идет. То есть, это, понимаете, западло такое. Ну, сейчас посмотрю, что. Может, чуть-чуть на море доеду. Может, не доеду. Может, домой тогда поеду. Так, ну, на этом все, наверное. Такое коротенькое видео, просто давно уже не снимал.
Я живой, на месте. Давайте всем пока.